Добрый вечер. Ты, наверное, помнишь меня. Меня зовут мистер Сергей. Я играю на гитаре вот уже последние 10 минут. Мы в одном шаге. В одном шаге от того, чтобы создать шедевр. Но нам не хватает главного. Навернешь там гейна, все шумит, пердит, ничего невозможно сделать. Поэтому правой рукой берешь вот эту вот пальму и начинаешь ее класть на струны. Как определить, в какой момент это подействовало? Просто берешь и пробуешь. И значит, начинаешь издалека и постепенно двигаешь руку. Вот так, послушайте. Все, сделал так раз в жизни, больше этим никогда не занимаешься. Определил, что рабочий диапазон находится вот в этих двух заветных сантиметрах. Стало быть, открыто. Или чуть-чуть сдвигаешь. Можно чуть half closet, full closet. Или перетянул. Вот это жопа, это уже никому не интересно. Это так не делать не надо. Как все это происходит, зависит от твоей гитары, от усилителя, от твоей руки, от твоего слуха, художественного вкуса. Вот это вот все, как бы каждый делает так, как ему нравится. Когда ты делаешь, все с тобой понятно. А вот когда ты сочетаешь открытые и закрытые, тогда получается более-менее интересно. Оп, не попал. А в следующий раз мы научимся играть чисто. Но это будет не скоро, через неделю. Пока попробуем глушение пальмой. Накрыл бридж мясом, и твоя гитара как тетерев, глухая. Это ли не прекрасно? Действуй!